Всем доброе утро. Говорю шепотом, потому что у меня в комнате спят дети. Сейчас собираюсь пить витаминки. Приготовила здесь себе воду. Вот такой вот блюдце, где я сложу свои витаминки. И витаминки я буду пить вместе с завтраком, поэтому как бы сразу выпить не получится. Я приготовлю их здесь, покушаю и сразу выпью. Может быть, во время завтрака, либо уже после. Здесь у меня полный бардак. Надо здесь тоже прибраться. Дети мои проснулись, поэтому можно не говорить шепотом. Я все-таки решила сразу убрать его на месте, потому что опять потом останется на потом. Сейчас все лишнее убрала. Здесь все нужное, здесь все ненужное. И вытерла влажной салфеткой. Сегодня по плану у нас выйти на улицу. Искать Алишке зимнюю обувь. И погода, не знаю, идет снег. На данный момент я сейчас готовлю завтрак. Позавтракаем, я начну убираться по списку. У меня до обеда уборка и видео. Завтрак это само собой. Дальше пойдем искать обувь. Ну-ка, походи, походи. Мам, я решила эти сапоги помять, но они слишком очень... Чуть-чуть босиком, да? Чуть-чуть давит. Мы вернулись с магазинов, и по дороге по пути есть такой маленький мини-парк. И мы в этом мини-парке застряли. Дома столько незаконченных дел. А мы вот здесь. На улице так классно, идет снег прям вообще. Пора спать, а я вот сижу.